Йетма. Ну, получается, самый ранний гибрид. Почему я распустил на одном сайте, слайде Йетму и Лему? Лема тоже идет практически в том же сегменте, но чуть позже. Буквально там на 3-5 дней, может быть, позже. Но когда клиенту более важна раннеспелость, тогда однозначно надо выбирать Йетму. Ну, потому что разница в 5 дней можно на цене, ну, очень большая разница, особенно в этом году, цена чуть ли не в 2 раза там за 5 дней. Да, бывает, ну, чтобы понимать, да. Ну, на эти 5 дней, насколько важно, что, например, цена 25,5 может быть даже такое. Ну, да. То есть даже бывает за день. 40 было и 15, ну то есть насколько важно раннеспелость, потому что в других культурах там эти несколько дней не так критически, капусте. Да, но Йетма чуть-чуть проигрывает по цвету, по форме. Если брать Йетму, она чуть позже, но она уже зеленее, она уже круглее, она более привлекательная. Тут тоже там, как бы надо понимать, что более важно клиенту. Если брать по весу головки, то Йетма у вас там, ну, вряд ли будет там больше 1,5 кг, ну, это не ее, ну, она ранее спелая, там килограмм, 1,2 кг, может даже 900 грамм быть. Вот это ее средний вес. По Йетме уже ж там не проблема, 1,5 до 2, по Леме, да. А в южных регионах и там в Днепропетровской даже области ее просто в открытом грунте выращивают Лему и получали капусту там 2-2,5 даже килограмма. Ну, очень неплохие результаты в открытом грунте. Йетма за ней, к сожалению, там не угонится. Она, так сказать, более неустойчива к солнечным лучам, она не такая зеленая, поэтому ее лучше рекомендовать укрытие и пленки. Ну, пленочные теплицы, да. Совершенно верно. Ну, еще там важный момент, расшифрую фраза «рано формуй головки». В чем как бы суть, там, начиная, грубо говоря, с 400 грамм, головка товарная. То есть, если вы там, ну, клиент смотрит, что цена там, на рынке там, 40 гривен там, или 25, а завтра может там, 5 или 15, лучше продать 400-граммовую головку. То есть она уже сформирована, просто она маленькая. Она будет дальше расти, но, например, время там, 400 грамм мы не сможем. Мы начнем работать там, с 800, ну, там, более-менее там, 800 килограмм она будет товарна, потому что это она будет пустая и, ну, скажем так, не сформированная. То есть, это плюс вот именно этой раннеспелости, что даже с маленькой товарная ловка, которая могла бы реализоваться. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.